Всем привет! Заканчивается лето. Но что может быть приятней чем новая орхидея? Особенно, если это красавица Майя. Получить в подарок орхидею в любой день приятно. Любой день будет украшен ее цветением и прекрасным настроением. Одна орхидея хорошо, но две лучше. И это тоже, как вы понимаете, Майя. Мне так хочется заглянуть. Давайте заглянем. Ой-ой, все. Больше тревожить не буду. Чуть-чуть. Вот ее язычок. Это пилорик. Сейчас я вам их покажу рядом. На черном фоне. Кажется, что мелкой нет. Ближе пододвинуть просто. Вот. Майя для меня не просто орхидея. 2 года подряд на годовщину канала я разыгрывала бабочку Майю. И в этом году я надеюсь ее опять же поймать. А пока посмотрим пилорик. Посмотрим просто, без мутации на Майю на черном фоне. Красиво. Пилорика я лично вижу впервые. Я постоянно возмущаюсь, что у меня места нет, что орхидеи ставить некуда. Но появляется новая орхидея, и как-то незаметно все пододвигаются. И эта орхидейка находит свое достойное местечко. Сейчас дело к зиме. Все нужно будет передвигать ближе к свету. Также покажу вам то, что у меня сейчас цветет выборочно, быстренько. Смотрите, это красавчик фраг, фрагмипедиум. Он очень маленький. Это уже второй цветочек. Один буквально недавно отцвел. Сейчас попробую палочку убрать. Ой. Ломается. Вот она. Уже был цветочек. Вот сейчас этот открылся, как вы видите. Козыречек у него был вниз. Я вчера обратила внимание, что козыречек вот так задорно он приподнял вверх.
И это еще не все. На готове бутон, значит, будет еще цветение. Вот такие они, молодцы наши фраги. Пиноккио то же самое. Отцветает цветочек, и вон вы видите бутончик. Мохнатенький, волосатенький, приготовился. То, что этот Пиноккио отцветает, сразу видно. Видите, какой козыречек у него стал. Бледный он был, ярко-ярко зеленый. Поиграюсь, как ребенок, камерой. Этот Пиноккио на две розеточки. Видите, как много цвела вторая розеточка и что-то. Еще хочу крупно снять, что здесь. У меня такое впечатление, что все на этом. Не может же он годами просто цвести. Наверное, все. Я вот не вижу бутона здесь. Но и не сушит. Хотя, с другой стороны, мне кажется, светлее цветонос, чем тот, который цветет. И чудо-чудное, диво-дивное, отцветает все, отцветает. Он мягкий-мягкий стал. У меня Мауди Виниколор. У него вот этот краб, он прям такой выпуклый. Волосики уже все, все такое. Отцветаечка. А почему вот этот уск вверх, вы понимаете, потому что здесь новый бутончик. Виниколор. Отцветая, дал еще один бутон, который явно развивается. Вот такие вот они у меня, мои башмачки. А это орхидея «Дикий кот». На канале была акция. У кого еще нет дикого кота, Омск с радостью делился. Мне приходят сообщения, котики доходят. Хорошо дорогу переносят, не капризничают, не вредничают. Это последний кот Натальи Александровны. Он тоже завтра уедет. Думаю, акцию мы с вами продолжим на следующий год. Может, какие-то другие орхидеи. А сейчас я хочу сравнить, смотрите, магазин и дикий кот. Все мы его знаем, все мы его любим. Он действительно дикий. Но у меня есть кот, которому 3 года. И я его считаю уже домашним. Внимание! Вот он. Он только открывается. Вчера это еще был полуоткрытый бутончик. И вот такой он у меня бывает зачастую светлый. Была безумная жара. Только кот мог дать в такую жару цветонос. Пусть всего 4 бутона, но, как говорится, все, что смогла, то и дала. Вот. А то кажется, что он мелкий. Нет, он не мелкий. Он еще и подрастет. Вот настолько видна разница в котах домашнем моем и магазинном. Посмотрим, какие бутоны будут остальные. А это Клеопатра, и она тоже совсем-совсем у меня светлая. Вижу, что она отцветает.
В Сибири 30 с лишним градусов жары – это много. Тем более у меня южная сторона, дом кирпичный. Можете себе представить, какое это пекло. Попыталась ее направить на дугу. Все получилось, но цветонос короткий. Надо повторить будет зимой. Зимой у меня обычно пышное цветение. А летом, особенно в жаркое лето, довольствуюсь тем, что есть. Поделилась с вами своим настроением. Последний день уходящего лета. С вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.